Некоторые особенности истории. История Ибанска складывается из событий, которые чуть было не произошли, почти что произошли, но в последний момент все-таки не состоялись. Ожидались, но так и не наступили. Не ожидались, но, несмотря на это, случились. Произошли не так, как следовало. Не тогда, когда следовало, не там, где следовало. Произошли, но признаны не имевшими места. Не произошли, но стали общеизвестными. Эту классификацию предложил клеветник в узком кругу разномышленников в пивном баре на площади Учителя после 14-й кружки. Его сослуживец сообщил и об этой классификации. Клеветник исчез. Но, к удивлению коллег, он через много-много лет посмертно вынырнул на девственно гладкую поверхность культурной жизни Ибанска, публично дал по морде сослуживцу и начал искать подходящее место. Произошло это уже после того, как ибанцы, обливаясь горючими слезами, наконец-то проводили в долгожданный последний, как некоторые тогда наивно думали, путь хозяина и наспех прикрыли, кто чем мог, свои разукрашенные шрамами и синяками голые зады, теоретически подготовленные для очередной всеобщей порки. Ожидаемая порка, к великому огорчению ибанцев, не состоялась, и они в ужасе предались робкому ликованию. Претендент за мужество был удостоен избрания. Мыслитель обозвал всех трусами, как они того и заслуживали, и сократил число цитат из хозяина вдвое. И опять ничего не произошло. Мыслитель успешно защитил диссертацию. Социолог. Пункт 5. Борис Николаевич Русский. Он, простите меня, мужик. А Россия – имя существительное женского рода, и мужик ей необходим. Вместо обычного титула хозяина «самый гениальный сверхгений из всех гениальнейших гениев» употребил сильно ослабленный титул «величайший гений». Ничего не произошло и на этот раз. И социолог опять уехал за границу. Никого не брали. Что же теперь будет? Одна надежда – китайцы. Китайцы обрадовались не меньше, но сделали все по-своему. Вернувшегося из небытия клеветника с перепугу назначили чем-то заведовать. Воспользовавшись кратким замешательством, он изловчился напечатать малюсенькую книжонку о чем-то таком, о чем писать было еще рано тогда и стало уже поздно потом. В книжонке он все исказил, а остальное изложил неправильно. Вышестоящее начальство, которое после упомянутого радостного трагического события стало еще более вышестоящим и радикально изменило точку зрения, публично заявила по адресу клеветника, что как волка не корми, он все равно смотрит в лес. И разослала закрытое письмо о том, что Горбатова могила исправит. Клеветника тут же освободили от обременительного заведования и хотели выселить из Ибанска обратно как бездельника. Но время было уже не то. И клеветник устроился в какое-то захудалое учреждение самым младшим сотрудником с самым низким окладом. Социолог, не сумевший помешать этому, приписал заслугу себе. Мыслитель сказал, что хозяина воскресить уже не удастся, хотя к этому никто и не стремился. А на горизонте истории Ибанска уже маячила колоритная фигура хряка. В одной руке фигура держала маленький кукурузный початок, не достигший молочно-восковой степени зрелости, а другой делала большой кукиш. Одна нога у фигуры была босая, фигура громко икала и бормотала лозунги.
Нонешнее поколение, твою мать, будет жить при полном изме. Посмотрев в сторону абстракционистов, фигура погрозила им пальцем.